Приятно, что сюда приходят ребята разных возрастов и школьники, которые могут получить золотой значок ГТО нашего возраста, хоть и молодого, но уже золотой значок не получит. Я сегодня узнал, что мне золотой значок не светит. Но ничего страшного, я тоже могу сдать ряд дисциплин и подтвердить свою физическую форму. Приятно, что сегодня я могу вручить золотые знаки самым лучшим, самым сильным, самым ловким. И уверен, что наш центр будет дальше работать. И все, кто чувствует все силы, сдадут и получат значки ГТО.